Всегда помните, что одна из особенностей нашей жизни связана с тем, чтобы человек получал радость в жизни. И люди сейчас это забывают, потому что те страдания, и тот голод, и тот ужас, который мы все вместе увидели, и в который окунулись нечаянно, благодаря нашим русским братьям, славянским народам, мы, конечно, чуть-чуть в офигевшем состоянии, знаете. Ну и это не дает никакого повода переводить себя в состояние бесконечного страдания. Хочу из этого всего рассказать вам интересный иудейский анекдот. Однажды к раввину пришел человек и говорит: «Мои дети страдают, все голодают, на улице война, мне нужны деньги». Он говорит: «Сын мой, для того, чтобы человеку пришли деньги, он должен принять благодать Божью. А как это сделать? Сказано в Талмуде: радуйся, и придет благодать жизненная». Он говорит: «Как же радоваться, если дети голодные, если жена вредничает, если жизнь плохая?» Он говорит: «На что только не пойдешь ради денег». Друзья мои, запомните этот анекдот. Идите на все для того, чтобы получать от жизни радость. Используйте этот метод, он действительно изменит вашу судьбу, и вы будете каждый день получать благословение, которое сделает вас более везучим человеком.